Трендовый индикатор для бинарных опционов Binary Trend Scanner отлично подойдет начинающим трейдерам, потому что в свойствах этого инструмента всего один настраиваемый параметр, который не даст запутаться. А опытные трейдеры смогут дополнить свой арсенал инструментов эффективным определителем тренда. Разработчики просят за него $14.99, однако с нашего сайта вы можете скачать сканер тренда в ознакомительных целях абсолютно бесплатно. Ищите ссылку под видео. Binary Trend Scanner устанавливается в терминал MetaTrader 4 стандартно, а кто до сих пор не умеет это делать, ищите ссылки на инструкции в описании. Давайте познакомимся поближе с этим простым и результативным помощником. Binary Trend Scanner – индикатор для выявления тренда, и в его основе лежит обычный принцип следования за ценой. И визуально направление тенденции на рынке отображается с помощью свечных баров определенного цвета. Зеленый – сильные покупки, красный – сильные продажи. Темно-зеленый – слабые покупки, темно-коричневый – слабые продажи. Настройки сканера невероятно просты, можно задавать только уровень чувствительности, в соответствии с которым определяется направление движения цен. А успех в торговле бинарными опционами с использованием Binary Trend Scanner гораздо в большей степени будет зависеть от вашего умения определять тренд старших таймфреймов. Поэтому не лишним будет ознакомиться с подборкой статей на нашем сайте, что такое тренд, как он работает на рынках, как его определять и использовать в торговле бинарными опционами, как четко фиксировать смены фазы рынка и распознавать флэт. Обо всем этом подробно, понятно и предельно просто по ссылкам в описании. Тем более все материалы мы публикуем бесплатно. Ну что ж, давайте разберем, как максимально повысить количество прибыльных сделок по сигналам этого сканера. И главное правило, которому необходимо следовать, это определиться с глобальным трендом при помощи дополнительных инструментов и методов технического анализа. И один из отличных способов повысить шансы на успех – использовать мультитаймфреймовый подход, когда перед открытием сделки трейдер сперва определяет общее направление изменения котировок выбранного актива на старшем таймфрейме, например, на H4, и только после этого переключается на младший период, например, M5. Где в случае появления сигнала от Binary Trend Scanner в том же направлении открывает сделку Call или Put. И для покупки опциона Call необходимо и важно запомнить, что сигналом на открытие сделки является смена цвета свечи с красного или темно-красного на зеленый. А покупать опцион Call можно на открытии второго бара после смены цвета. Покупка опциона PUT происходит в точно таком же порядке. После изменения цвета свечи с зеленого или темно-зеленого на красный покупаем опцион PUT на открытии второй свечи после сигнальной. Рекомендуемый таймфрейм M15, а экспирация 4 свечи. Но эти параметры можно менять в зависимости от выбранного актива для торговли. Ну что ж, в заключении хочется сказать, что индикатор для бинарных опционов Binary Trend Scanner – перспективный и очень интересный инструмент технического анализа. Он стоит своих небольших денег и сможет качественно улучшить результаты торговли любого трейдера. А новички в торговле бинарными опционами оценят его за невероятную простоту в использовании. Но в любом случае, какой бы ни был простой и понятный индикатор или стратегия, знакомство с ними лучше начинать на глубоком анализе истории этого инструмента, а торговлю сначала на демо-счету, обязательно с учетом правил мани-менеджмента и риск-менеджмента. И, конечно же, делать это все нужно у проверенного брокера, выбрать которого можно у нас на сайте в нашем регулярно обновляемом рейтинге. Как всегда, ссылки на все полезные ресурсы ищите в описании под этим видео. Если видео было полезным и вам понравилось, не задумывайтесь, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе свежих новостей из сферы торговли бинарными опционами. Всем хорошего профита и спасибо за внимание!